поставь оценку, пожалуйста. Сейчас я порешаю, поставь оценку, учитель. Да зимой. Учитель, поставь оценку, пожалуйста. Вот дневник синий. Ну что тебе оценку поставить? Ты решил? Ты решил? Покажи решение, поставлю оценку. Какое решение? Решение. Давай я тебе поставлю оценку сразу. В тетради. Пока. Да все, пока. Нет, я тебе решение написал. Иди в свой кабинет. Иди в кабинет свой. Эх, бля, и меня сюда и в тюрьму посадили, пацаны. Чего тебе дать? Я не знаю. Я новичок. Да не, стой, да стой ты, стой, чё, стой, чё я надо? Тебе пятерку поставлю. А за... Дневник? Зажми С, и самое первое будет получить дневник. На тебе, получи дневник, на. На, дневник. Все, удачи. Все, спасибо. У тебя уже по математике две пятерки, я зря походу по математике сейчас поставил. Зачем тогда спешил? Директор. Не знаю, не посмотрел, не... Ну ладно, короче, я... Мне там 10. По другому уровню. Ну давай, пока. Ну где сраный труд? Что? Тут здесь даже ничего нет. Ну, у нас расписание, друган. Мы сейчас здесь понакалякаем что-нибудь. Тут... А где этот учитель? Где учитель? Да надо его искать. Он наверное, марихуаны обкурил. Прогуливать. Да, во. Да, чё, хуя, ребят, прогуливать? Да. Ты, мы не прогуливаем, мы на труды пришли, дебил. Ааа, ля какие. Охранник дебил у нас какой-то. Я. О, учитель, приходи сюда, вводи урок. Заходи, учитель. А, меня что, мать? Где это, трудовик? Где трудовик? Мы сами не знаем, где трудовик. А, вот я. Так, Никит, Севка, а. А что ты строишь? Дайте попить. Где находится гора? Где находится? Я пить хочу. Садись за парту. О, я на уроке просидел, мне 125 рублей прилетело. У меня, видишь, расписание? Переменов 10 часов. Труды 10-20. Пэмэ нахуй. Не матерись, здесь дети. Идите, идите. А гараж, в чем говорил? Гараж, иди. Гараж! Ну пошли в гараж, все, заебал учитель. Ай-яй-яй, уебал они. Вам учитель опять не поставит. Так, вы должны повторить данную конструкцию. Да. Два человека, которые сделают это первым, получат пятерки. Как только вы закончите, кричите, что вы все, я останавливаю работу всех учеников. Если кто-то будет строить после моего остановления, тот получит двойку и будет пятерки. Помогите! Учитель! Да я тебя, пидорюгу, сфотографирую. Учитель, помогите! Иди сюда, я тебя сфотографирую. А я что? О! Как он обычно двигает, что? Учитель, да я тебя сфотографирую. Улыбнись, пидорюга. Смотри, Вован, короче, тут две бутылки и два шпута. Да. Строй давай. А, вот, да, две бутылки. Тут а могилы, блядь. Я всё. Ту, нет, Олег, ещё могилу делай. Всё, мы построили, пока. Давай я тебе дневник дам. Ещё могилу. Да, ставьте 5. Ещё могилу, и можно заканчивать. Давай я тебе дневник дам. Вот бутылка. И там могила. Я тебе памятник поставлю, давай.
Давай. Кто много давай. Подписывайся на канал Сергей Летсплей. Блять. Привет, Рой. Кто видимо? Так, как там колеса тащить? Можно, конечно, форму взять. Не колеса тащить. Так. Ну не работает. Что за фигня? Может, не ту пушку уже? А можно другую ноги? Можно другую ноги? Я не притягиваю. А такую могилу можно? Учитель пьет. Иди, не мешай. А я не мешаю. Ну, ну я не надо. Можно я еще? Я не могу поставить просто по-другому. Ну-ка, учителя, вот, блядь, директора учит, до хера он изменил мне. А мы не полазим. Учитель, можно я все? У меня все еще... Я просто не могу достать. Не получает. И там могила. Учитель. А. Как тебе там? Учитель, ну, поставь мне оценку, извинили. Пожалуйста, а? Поставь оценку. А можно мне пятерку? Можно пятерку? Пятерку, да, пятерку. Поставь мне пятерку. Так, где? Так, давай дневники. Хоть и успел. Ты? Вот он мой. Нихуя не строил. Я. Я строю, я помогал, говорю. Так, Олежка, ты построил? Я не мешал другим, я не мешал другим, пац. Я не мешал другим. Где у меня фото? Блять, не средний, это не камень. Угу. Так, подними точку. Учитель, хочешь расслабиться пивом? Вот, давай. Я не мешал другим, можно да, четверку, да. Можно четверку. Да. Дай нам мы по четверке мы пойдем. Хотя бы. Третий урок тут поставил. А что тут бутылки валяются? А это у нас учитель алкаш был. Раз, тут две кафе. На четверочку. Нет. Трудовик приходил, выпивал. Нет, третий. Мы будем, короче, учителя отвечал. Ухатывать старые тумбочки в школе. Пойдемте в кабинет, трудовика. Пойдемте. Все, вы побежали. Такие коротышки. Не дайте кого-нибудь. Посрать ваш у меня перекантоваться. Кто кинул учебники, сука? Не матерись, здесь дети. Долбоёб. Да вообще похую. Я трудовик не могу. В этих книжках написаны правила поведения в гараже. Интересоваться, ну, последнее правило, последний кто-то переписал. Пидори. А что это? Дети на математике. Учитель, а можно бы книжку взять с собой? Берите одну, не скептик. Учитель, поставь оценку. Книжку. Что? Учитель, поставь оценку вот внизу на полу. Да, пожалуйста. Я сейчас голову на пол скину. Вот это моя тетрадь. Вот. Мой дневник. Не дочнил какую, так что пол. Чё? Мне кол поставили, за что? Я тебе сейчас хлеборезку начищу. Я тебе голову, сука, рублю. Не надо. А чё ты ему сделал? Чё сделал? Книжки с полки в этом пале. А у меня не работает грави-пушка. Учитель, пидарю. Голова работать не будет, сука. Убегаем. Он сзади тебя. Сзади. Единичкин. Пойдем, Единичкин. Да, жестко. Сейчас пойдем погодить. Слушай, Единичкин, иди сюда. Иди сюда, пожалуйста. Сейчас. Слушай, Единичкин, подпишись на мой канал, а? На Ютубе. У тебя Ютуб канал есть? Да. Сергей Летсплей, короче, там канал будет. Ну. Нет, слышно?
Сейчас. Да. Ну все, слава богу. Сергей летсплей? Да. Ладно, я посмотрю. Сейчас, давай. Да. Так, у нас расписание есть. Большая перемена у нас. 11:20. А, он сзади с топором бегает, сука. О, сука. Убегаем. Сука, сейчас запер достану. Все, ладно, до свидания. Да я, ну ладно. Ладно, главный математик, сейчас там устроим. Я уже 3200, ничего себе. Хотя мне телефончик куплю. А ты что, сейчас снимаешь, что ли? Да. Не надо. Не, я тебя не снимаю. Я не тебя снимаю, я учитель этого. Понял. Открывай. Открывай, братан, открывай. Свои. Это Серега летсплей. Хуешь меня? Сэмпай. Я открою. О. Обиден. Учитель пьет, смотрите, учитель бухает. Дай вы. Фу, блядь. О-о-о! Чей это мусор? Так, понятно. Чей мусор? Это твой, ё-моё. Пошли пугать, пацаны. Зарешайте уже, задолбали. Так, первым тому оценку поставлю.